Вчера вечером в новом академическом районе Екатеринбурга, где вовсю кипят многочисленные стройки и в массовом порядке трудятся заробитчане из бывших южных республик Советского Союза, на будущей улице академика Ландау случился очередной пожар, там, где во множестве работяги не только находятся днем, используя строительные вагончики как бытовки, но и натурально живут некоторые без отрыва от производства. Один из таких жилищно-бытовых загорелся около 6 вечера. И вот как это выглядело с рабочего места крановщицы Ольги Вагановой, регулярно наблюдающей с высоты самые разные инциденты на этой стройке и у соседей. Потушить, естественно, они его не смогут, так как воды у них там нет, они ее таскают с магазинов в бутылках. И, естественно, им не потушить. А рядом очень много вагонов. Прям тут у них целый такой городок большой. И, естественно, сейчас пламя уже перекинулось рядом на вагон, я вижу. И пока не приедет пожарная, так и будут сейчас гореть все вагоны. Однако всепоглощающие огненные стихии не дали разгуляться вовремя прибывшие пожарные, примчавшиеся на 2 машинах в количестве 12 бойцов. Вызов они получили без 5-6 вечера. Вагончик, очаг быстро залили и таким образом спасли весь этот одноэтажный городок. Вон у них там даже киоски есть. Написано «Шаурма», «Хот-дог». То есть у них там прям свой такой городок. Официальные итоги этой пожарной тревоги таковы. На площади 30 квадратных метров сгорел пустой строительный вагончик и мусор, рядом с ним, с которого, возможно, все и началось. Люди не пострадали, а на все про все, от вызова до полной проливки, у огнеборцев ушло 30 минут.